модельизм. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики, и просто здравствуйте, с вами АФ Студия и Станислав Дьяченко. Здравствуйте, Станислав. Всем привет. Сегодня у нас вторая серия по покраске такой замечательной машины от фирмы Dragon. Это у нас трешечка, да? Да, абсолютно верно. И модификация G. Да. Ну что, рассказывай, что ты наделал за кадром. Рассказываю. Давайте поближе. Так, ну, за кадром мы сделали смывку. Решили не показывать, потому что, я думаю, показывали сотни раз в разных видео. И не думаю, что там что-то необычное и особо интересное. Если вы помните, в последней серии модель в конце была покрыта глянцевым лаком. Естественно, по глянцевому лаку мы наносили смывку. Потом, после того, как она подсохла, мы модель покрыли матовым лаком. Наверное, стоит показать. Конечно. Химию, да? Ну, на самом деле, сразу скажу, смывку можно использовать абсолютно любую. Вот, это она, да? Вош. Угу. Станислав ее делает самостоятельно, в принципе. Да это на самом деле не обязательно. Ну, самое главное, смывки, в общем-то, я считаю, что должно, ну, так скажем, показатель ее качества, это мелкий пигмент. Если пигмент мелкий, то тогда при высыхании его не будет видно. Ну, краска равномерно ляжет. А если крупноватый, то, конечно, будет не очень хорошо. Это может быть с масляными красками. Ну, я даже тот сонет мешал. Меня, в общем-то, в целом устраивал результат. Получалось неплохо. Ну, в данном случае мы использовали уже готовую смывку от Amamic. Так вот она выглядит. Не знаю, есть ли у меня номер, есть, да, вот на здесь. На крышечке. А, на крышке, да. Это вот, честно, не принципиально. Самое главное, я считаю, что подобрать цвет. Цвет должен быть, естественно, ближе к черному, такой черно-коричневый. Как раз вот хорошо подойдет для такой базы. И про лак. Честно сказать, я пользовался этим лаком несколько раз. Студия любезно предоставила. И мне он настолько понравился, что я его, пожалуй, приобрету тоже себе. Это лак от фирмы Vallejo в серии премиум. Разбавляется он, точнее, его, по-моему, не надо разбавлять, он да? Уже, да? Да, мы его прям напрямую лили в аэрограф и покрывали. Отличный вообще лак, мне очень он понравился, потому что он не требует каких-то дополнительных добавлений, там, например, глянцевого лак или еще чего-то, он уже дает самый нужный такой хороший результат. Поверхность становится действительно матовой, но в то же время она и не появляется никакой небелесости, ничего такого лишнего нет. Мне очень он понравился, очень рекомендую, если купить, я думаю, тоже не пожалеете. Ну и в качестве продолжения, что мы будем делать дальше, мы сейчас начнем наносить потеки, ну это будет такой первый этап вейзеринга модели. Наверное, я буду использовать не больше двух цветов, темно-коричневый и какой-нибудь бежевый. Друзья, вот много комментариев было, да, Станислав, по поводу слишком яркого выделения петель, там всяких крючочков, шансы и так далее. Но вот посмотрите, была только смывка и матовый лак, и уже насколько это все дело притянилось. Ну, тут еще важно отметить, я сразу это заметил, что, ну, сам немножечко видео посмотрел, и очень большую роль играет освещение. Вот у нас тут лампы стоят, и они светят, и на видео может быть все гораздо ярче, чем в действительности. А в действительности я поглядел, что ну, достаточно все гармонично, нормально. Это просто еще специфика света, освещения. Она влияет, конечно, на визуальное восприятие, само собой. Еще, Станислав, вот специально хочу заметить ваши, да, скажем так, что почему яркие ручки у шансового инструмента? Потому что однажды в видео мы не показали, как правильно, как Станислав способом своим делает дерево, да? Станислав? Да, мы делали штук, и так получилось, что просто это осталось за кадром. Я показывал, ну, наверное, серия была очень длинная, а может, мы просто устали. И осталось за кадром, но в этот раз мы обязательно покажем, как рисовать дерево на шансовом инструменте, как его имитировать. Способ очень простой и очень, мне кажется, самый лучший. Использовать я буду всего два цвета.
Это Light Dust от Amamic. На самом деле подойдет что-то вот близкое к этому. Не обязательно брать Light Dust название. Ну, уже сотни раз об этом говорили. Любой более-менее светлый цвет. И коричневый. В данном случае это Streaking Grime. Прекрасно подойдет фрешмат. Вот у меня старая баночка замученная, которая уже 100 лет, я что с ней только не делал, куда ее только не добавлял. Он прекрасно, этот эффект подходит везде. Поэтому они по цвету приблизительно одинаковые. При растушевке вообще, мне кажется, никакой разницы не будет. Не знаю, пишите в комментариях. Может быть, кто-то со мной поспорит, но я вас уверяю, более двух, чем двух цветов будет вполне достаточно, чтобы модель смотрелась отлично. Не нужно там выдумывать чего-то сверхъестественного. Давайте начнем. Станислав, вот скажи, пожалуйста, многие вопросы задают, а сколько надо сохнуть? Я вот уже, да, говорил по данным краскам, недолго. Нанесли, особенно вот матовая поверхность, нанесли и сразу растушевываете. Потому что достаточно этому постоять. Этой краской нанесем, ну, которую вы нанесли, постоять там примерно, не знаю, там 10 минут и все. И вы будете растушевывать, она все равно будет оставаться. Она очень хорошо сохнет. И еще, Стас, вот многие моделисты рекомендуют это делать все-таки по глянцевому лаку. Скажи, пожалуйста, почему ты делаешь по матам? Да, ну на самом деле не так уж принципиально. Просто по глянцевому, я уже об этом говорил, на нем легче контролировать растушевку. И глянцевый лак, он дает больше права на ошибку. На ошибку. Потому что если вы там чего-то намажете не так, это легко исправить. Возьмете, сотрете все и заново сделаете. А матовый лак, он в себя убирает краску гораздо лучше. И, естественно, вы когда будете растушевывать, все равно уже полностью не сотрете. Но вот ты делаешь все-таки по матовому, да? Я делаю по матовому, потому что, мне кажется, это... Ты уже такой уровень прошел, да, начинающий моделист, поэтому ты, в принципе, контролируешь. И эффект тот, который есть по мату, он тебе больше нравится, да? Ну да, легче получить, так скажем, нужную картину, наверное. Но на самом деле я и по глянцевому делаю, и так, и сяк, как сбредет. Я даже, честно сказать... Иногда, допустим, не наношу матовый лак, потому что мне просто это лень делать. Ну вот неохота вот сейчас аэрограф мыть потом. У меня надо глянцевым. Да, сделаю, думаю, потеки по глянцевому и все. То есть тут такое дело, но все-таки по матовому, мне кажется, картина будет интересней. Так, ну, дело в том, что мы это уже показывали на штуге, делали те же два цвета. Точно такой же подход. Ничего нового. Не очень удобно, честно сказать. Вот мы давайте вот сейчас Станислав немножко разотрет, а потом уже покажем готовый результат. Чтобы техника была. Да, техника, да, элементарная. Берете White Spirit, смочили кисточку не сильно. И не сильно надавливая, чтобы понять вообще, как, насколько контролируем процесс, начинаете растушевывать. Вверх. Вот. Ты еле-еле прям нажимаешь на кисточку. Да, я сейчас еле-еле, и надо побольше даже выпирить, а то вот она уже на самом деле хорошо прям засыхает. Особенно светлый цвет, его прям вообще отлично видно будет. Ну, давайте я сейчас растушую, чтобы мне было удобно, да, а потом покажем. Посмотрите, как получилось. Это уже подсохло. Вот здесь. Сейчас мы то же самое сделаем на этой части. То есть у тебя, Станислав... Без фанатизма, я смотрю, да, все-таки, скажем, некоторые прям делают конкретные такие подтеки, как будто он там, я не знаю, стоял где-то в болоте, его там дождем обмыло. Здесь ты считаешь, что, в принципе, это должно быть чуть-чуть видно, да? Ну, у нас вообще задача, мы так подумали, что сделать танк такой, будто бы вот он недавно с завода, не успел еще повоевать. Ну, он уже покатался, поездил, и он не грязный еще, но в то же время так. Ну, лето было. Так, сейчас переходим к светлому тону. Опять же, мы используем два этих тона, светлый и темный, скажем, да, вот, который ты использовал
на штуке, да? Правильно понимаю, да? Да, да, я их везде использую, на самом деле, цвета. Мейковые делали, коричневый цвет везде этот добавлял. Из этого цвета вообще можно смывку сделать, из трекинграйм. Размешать с white spirit'ом, вот вам смывка. Какая разница? Ну, это действительно так. Любую густую эмалевую краску можно превратить в смывку. Это же зависит от количества white spirit'а, по сути дела. Так, ну и все. Берем кисточку и вперед. Еще давай скажем тогда интересный момент, что в принципе вот по матовому лаку лучше кисточку взять чуть-чуть пожестче, да? Потому что он... Да, эта краска, она хорошо высыхает. И, возможно, потребуется более жесткая кисть. Ну, у нас тут, на самом деле, за кадром такая штука интересная произошла. Я не знаю, рассказать. Конечно. Но нас же всегда ругают, что мы за кадром-то оставляем. Вот когда я начал вот здесь вот растушевывать, у нас вместо white spirit была другая жижа. Вот что это такое? Можно показать? Мы сейчас покажем на камеру. Вот это вот оно было? Да. Ты вот это делал? Серьезно? Это бензин. Ты мне бензин все время давал? Мне надо протестировать. Ну ладно. Ну да, ты снимаешь, да. Короче, это был бензин, оказывается. Короче, это был, оказывается, бензик. Мы решили таким способом протестировать. Я не знал, честно сказать. На Станиславе, потому что нас всегда упрекают, что мы пользуемся какими-то продуктами, которые проплачены или нет. Вот. Короче, сейчас... Стас, это в магазине, это какого, Пятерочка было куплено. Да. И вот этим пользуется, в принципе, товарищ Чукашев. Не, короче, в общем... Мы открыли новое что-то, да? Что могу сказать? Она, штука эта, растушевывает эмаль, масляные краски, вообще безупречно, все хорошо. Но она очень быстро сохнет, моментально. И когда я вот здесь вот попытался растушевать, краска у меня очень быстро, в общем, короче, засохла. И при нанесении... бензина, он очень быстро испарялся, и я никак не успевал ее растушевать. Я говорю, вот дай-ка мне нормальный white spirit, что за фигня? Вот. И с white spirit, смотрите, как вообще хорошо. Он, во-первых, высыхает медленней и позволяет контролировать картину. Но зато мы открыли интересный эффект. Вот мы протестировали на Стасе. Да. Он не знал, честно говоря. Я думал, это какой-то, да, странный white spirit. На самом деле, да, это оказался бензин. А white spirit, смотрите, он медленно высыхает. Он такой маслянистый. И, значит, это позволяет, естественно, контролировать растушевку более легко. Ну, Стас, в чем плюс мы нашли? В том, что... Да, но у него есть плюс у бензина, да. И им очень классно убирать смывку, мне показалось. Потому что... нанес, убрал, и он тут же высох. Все, проблем нет. Ну, я не знаю, я никогда не пользовался бензином, но что-то попробовал. Короче... Мы его заставили, точнее, попользоваться. Такая штука противоречивая. Не могу сказать, что это плохо, но мне не очень подходит. Так что, уважаемые друзья, что вы думаете по этому поводу, вы пишите в комментариях. Вот, ну... Сегодня же 1 апреля, Станислав. А, вот оно что. Ну да, круто. Так, сейчас я покажу, что получилось. Ну вот, честно сказать, сейчас я растушую. Смотрите, я сейчас даже, наверное, вернусь, вот здесь переделаю. Глядите, вот здесь мне картина больше нравится, как он с white spirit'ом растушеван. Я сейчас немножечко вернусь вот назад и попробую еще доработать. Такой поинтереснее сделать эффект, чтобы... вот эти потеки темно-коричневого цвета были более явные. Вот как здесь. Тут мне больше нравится. То есть ты сейчас еще раз... Да, я чуть-чуть еще добавлю, еще раз растушую. Да. Ну хорошо, и тогда посмотрим. Потому что здесь я судорожно пытался избавиться от бензина, он почему-то высыхал, я не понимал, чего происходит. Для этого взял жесткую кисть и пытался все это растереть. Ну, сейчас подкорректируем. Ну вот пока я тут мазюкаю. Хотели продолжить немножечко про white spirit, нашу тему. А сейчас я пользуюсь для растушевки вот таким. Ну, это... МХП. Да, модель химпродукт. Неплохой. Я до этого пользовался white spirit слабопахнущим от Sonnette, и всегда он мне нравился, я его всем рекомендовал, говорил, что это классная вещь. Он действительно хороший. Обычный
слабо пахнущий white spirit. Но когда я попробовал Аврору Хобби, вот это вот, я сказал, что лучшего нет. Ну, для меня показатель, во-первых, ну, все те же свойства white spirit, наверное, не слишком, ну, я не заметил отличий кардинальных от Sonnet'а, да, это то же самое, но он не воняет. И это очень классно. Мне вот, для меня это ключевой момент, один из ключевых. Приятно все-таки работать, когда нет никаких запахов. К тому же я вообще заметил, что я от White Spirit начинаю чихать. У меня какая-то то ли аллергия появилась, непонятно. Это химия тоже имеет значение. Вы же дышите и... Станислав, ну, мы, извини, не будем собирать тебе на лечение. Да нет. Хорошо, что бензина не начуфанился. Хотя он не пахнет тоже, между прочим. Ну, у него такой приятный даже запах. Закайфовал немножко. Так. Ну, ребят, ну весело, да, у нас. Вот уж извините. Сейчас Станислав доделает. Да. И покажем готовый результат, что у нас вышло. Okay. Это уже, так скажем, второй раз после бензина. Да. Ну вот он еще подсыхает. Ну, смысл один и тот же. Получается, что на всех вертикальных поверхностях способ растушевки един. Сверху вниз, снизу вверх. А на горизонтальных плоскостях, как вот здесь, например, здесь уже делаются такие круговые движения. То есть, куда есть наклон, мы наклон этот делаем. Ну да, оно течет. Да, течет. Если нет наклона, то ты такими, скажем так, тычковыми методами, да? Да, вот так делаешь. Вот. Ну вот я сейчас тоже краску нанесу, да, давайте сразу покажем, раз уж начали говорить об этом. То же самое. Видите, вот всего два цвета. Мне кажется... А уже моделька заиграла. Ну конечно, это оживляет. Так, что у нас тут получается? Ну вот здесь в углублениях я наношу. Вот эту. Более темный. Более темный цвет. Соответственно, и здесь. Возле всех возможных крючков. Вот. Я еще так это делаю. Просто чтобы усложнить цветовую картину. Чуть-чуть добавляю такого цвета, потом просто размываю. Сейчас переходим к светлому. То же самое. Вот на самом деле, честно сказать, я сколько вот танчиков не красил, не собирал, я, честно сказать, вообще сложности ни в чем не вижу. Мне кажется, это настолько примитивный, простой подход, чтобы сделать ну, модель, чтобы она смотрелась более-менее нормально. Поверьте, не требуется никакого мастерства большого вообще. Да, друзья, я вам раскрою небольшой секрет. Я не знаю, Стас, конечно, упирался, но я все равно раскрою, что Стас хочет подсесть на самолеты. А, ну да, у меня такое было желание, оно есть, мне тут канал, в общем, так скажет, стимулирует мое желание, начинание в этом деле, и подкинули мне так самолетик для пробы. Ну, я так немножечко начал, у меня сейчас, честно сказать, нет никаких таких проектов, я вообще в последнее время что-то не очень занимаюсь моделизмом. Ну, серию, точнее, из-за отсутствия времени, но бросать не подумайте, ну, не собираюсь. Ну, Станислав, ты обязательно нам покажешь, что у тебя выйдет с самолетом? Ну, если что-то доброе получится, и вдруг мне это будет, ну, очень интересно, я, наверное, да, принесу, покажу. Ну, наверное, это может превратиться, конечно, в долгострой, потому что, я вот говорю, у меня сейчас нет никаких проектов таких вот. Ну, самое главное, ты пообещал, что нам покажешь, что получится. Хорошо. Если что-то доброе выйдет, обязательно. Вот сейчас, да, ты растушевываешь прямо вот такими как бы тычковыми движениями. Ну да, без фанатизма, вот так вот чуть-чуть. И вот, скажем так, в углублениях ты все равно оставляешь, чтобы чуть побольше было, да? Да, смотрите еще какая вещь. Видите, вот лак матовый, он очень хорошо в себя впитывает white spirit. И когда я вот растушевываю, ну, точнее, добавил вот сюда вот white spirit, он начинает попадать туда уже, куда не нужно. В частности, вот на вот эту поверхность, которую мы уже подготовили, ну, сделали. Не очень хорошо, и быть может такое, что когда white spirit высохнет, останется вот эта вот граница. Поэтому, ну, как это лечится? Аккуратно берем кисть и еще раз растушевываем. Поэтому мой совет. Когда вы начинаете работать с моделью, вот уже
на данном этапе. Лучше всего начинайте сначала с горизонтальных, с более высоких, так скажем, точнее, даже правильнее сказать, поверхности, а потом же переходите к более низким. То есть сверху вниз всегда работайте, не снизу вверх. Ну, мы просто так начали, чтобы показать самое интересное. Потому что вот эти вот... И подошли к той ошибке, которую, в принципе, и нужно было показать. А ну, как мы ее покажем? Ну, на самом деле, вот можно подождать, да, может быть, и не будет никаких границ, но... Ну, ты имеешь в виду, что ну, вот ступенька будет. Ступенька, да, она может, может быть, да. Поэтому лучше всего ее убрать. Предварительно убрать. Ну, да, я что, беру кисть, аспирит, макаю и так вот слегка. Ну, тут есть одно но. Можно убрать уже то, что... Ну, здесь чуть-чуть надо, чтобы еле-еле касаться. Сравнять границу. Да. Убрать это. И все. И в целом. Ничего сложного. Ну что, он теперь посохнет, а Станислав сделает вертикальные. Да, поверхности. В принципе, все ясно, технология. И тогда мы покажем, что у нас башня вышла. Да, покажем башню уже готовую. Ну вот можно посмотреть на готовый результат после нанесения подтеков. Мы использовали, повторюсь, еще раз два цвета, темный и светлый оттенок. Можно оценить картину, отмотать назад, посмотреть, как модель выглядела до нанесения этих эффектов и после. Я могу сказать, что результат разительно отличается. Конечно, это оживляет модель. Стас, это вопрос к тому, что вот многие зрители нас немножко критиковали, из-за чего такой вот, зачем вы сделали такой светлый контраст, да, вот, вот посмотрите на картинке, в принципе, все уже ушло. Конечно, это все сглаживает, и в дальнейшем мы еще доработаем модель, и, понятное дело, частичное нанесение сколов, к которым мы также приступим. Оно несколько нивелирует общую пестроту, и он будет еще более гармоничный. Итак, самый простой способ имитировать структуру дерева – это использовать масляную краску, абсолютно любую, подойдет нам коричневый цвет. Значит, первый этап, что мы делаем в первую очередь, это берем тюбик масляной краски, и растушевываем кистью масляную краску по поверхности нашего шансового инструмента. Ну, по части, по той части, которая должна выглядеть как дерево. А далее, после того... Если мы вот чуть-чуть залезаем на, скажем, ничего страшного, да? Ничего страшного. Если масляная краска попадет на крепление шансового инструмента, то тогда это потом впоследствии легко убирается вайтспиритом. В общем, самый главный плюс масляной краски в том, что она позволяет делать неограниченное количество попыток, потому что она высыхает очень долго. У меня она так по практике, именно данная краска, я могу сказать, что сохла не менее суток. Ну, естественно, вайтспиритом убираем излишки. Далее берем ватную палочку. Желательно взять палочку получше, чтобы не было ворса от нее потом, чтобы не убирать эти ворсинки, которые могут остаться на вашей модели. И движением либо от себя, либо на себя мы начинаем растушевывать масло, тем самым имитируя структуру дерева. И я могу сказать, что это самый простой и легкий вариант, который вам даст возможность буквально за 3 минуты, а то и меньше, сделать, добиться очень хорошего результата. Поэтому пользуйтесь. Это на самом деле способ придумал не я, его в свое время видел в интернете, очень классный способ. Спасибо тем, кто его придумал. Ну что, уважаемые друзья, давайте мы посмотрим, что у нас получилось с шансовым инструментом. Вот, общая картина, да? Общая картина, да. Вот у нас уже лопата, топор, ручки покрашены. Я считаю, что очень реалистично. Цвет прям такой, ну, настоящий, деревянный. Да, и чербачок вот этот вот, пенек. Пенек у нас для, тоже. Для домкрата. Он тоже... Кто-то, еще раз говорю, говорил, что очень светло пенек ваш выглядит. А, да? Ну вот смотрите, теперь он уже не светлый. Он не светлый. Mm-hmm. Ну, в общем-то, в том-то и смысл. Сначала он делается светлым, а потом он тонируется коричневой краской. Вот и получается такой цвет. Ну что, друзья, у нас в этом выпуске есть еще для вас небольшой сюрприз. Мы решили
Стаса сегодня озадачить по полной программе, не только с бензином, но ему выдали еще интересные баночки компании Вайдер. Вот, потому что Станислав сам намешивает. Ну да, мы уже показывали это два раза. Мне кажется, всем уже надоел, да, этот способ. И, честно сказать, да и вообще самому интересно попробовать нанести под борт вот сюда. Под борт будем наносить? Да, как обычно, да. Интересно попробовать вот такую вот химию. Я даже не знаю, что это такое. Короче, говорят, текстурная паста от Вайлдера. В общем, она не пахнет никак. Опять я про запахи, да, моя любимая. Ну, такой приятный какой-то запах. А, ее нужно размешать обязательно. И причем вот при размешивании такой характерный такой хруст. Там точно есть песок. Там по-любому есть песок. Причем такой, наверное, реальный песок. Мне кажется, там ПВА, песок, вода. Ну, короче, может пигменты. Быть, и гипс. И гипс, наверное. Ну да, потому что я вот то, что показывал смесь, вот эту, которую делают, если ее хорошенечко закрыть, то она может очень долго у вас простоять. А если высохнет, то можно водой ее заразбавить, и она также готова будет к повторному применению. Здесь, скорее всего, не совсем вода. Здесь что-то, наверное, такое. Потому что вода, она все равно высыхает. Ну да, если посмотреть вот на ту баночку, да, вот она немножко отстоялась вот там. Смотрите, какая она. Серая такая прям. Ну, прям земля. Ну да, и, кстати говоря, она вроде тоже быстро высыхает и тоже может быть убрана при помощи обычной воды. Ну вот мы сейчас попробуем наносить. У нас, к слову говоря, еще один такой оттенок есть, dark brown. Там вот отслоилась, да? Правильно, ты говоришь, не вода, а такой, как что-то такое, как не, ну, спирит, что ли? Да, по запаху. Явно понятно, что какая-то именно химия. Ну, не все может быть так просто, хотя я думаю, что с обычным, так, ну, достаточно успешно можно использовать то, что я предлагаю. Да, ну, друзья, ну, мы знаем, скажем так, один секрет, который нам рассказали. Будьте аккуратны с этой жижей, потому что если ее нанести, она высохнет хорошо, то вы ее уже ничем не отмоете. Ну, я думаю, что такие ситуации минимально могут возникнуть. Ну, да, то есть, при... убирать надо ее сразу, если есть такая возможность. Мы берем кисть, да? Да, мы берем кисть. То есть, ты вниз накладываешь, правильно, темный слой? Да, это как база будет. База. И она еще, уважаемые друзья, не просто там дает, скажем так, цвет, она еще текстурная. То есть... Да, она текстурная, но, кстати говоря, мне очень интересно, как она будет выглядеть еще после того, как она высохнет. А мы прям вот... Очень интересно, попробуем ее сейчас нанести, потом возьмем наш розовый фен, любимый, и посушим, посмотрим, изменит ли она цвет. Потому что я предполагаю, что у нее цвет, скорее всего, поменяется. Ну, хочу сказать, что очень приятная она вот так по ощущениям штука, прям легко позволяет формировать структуру. Только поверни-ка борт. Я вот, конечно, к сожалению, может быть, вверху где-то не наношу, там, ну, не обращать на это внимания, да. Я не вижу просто, к сожалению. Ну, потом перевернешь и... Чего там творится. Да. Ну, в общем, короче, могу сказать, что очень приятная она для... Но она не слишком густая, вот, когда наносится? Не, она то, что надо. Очень ее легко наносить. И мне нравится. Надо посмотреть, что выйдет, когда она высохнет. Да, сейчас мы нанесем и сразу ее посушим. При вас и посмотрим. Сейчас он нанесет, и тогда мы достанем свой розовый боевой фен и посушим. Ну что, друзья, в принципе, даже очень ничего получается, да? То есть она такая структура, в принципе, есть, и вы здесь уже можете спокойно пользоваться уже теми пигментами, которые вам нужны, да? Да, можно прямо вот сверху попробовать втереть пигмент. Втереть, да. Я имею в виду, что уже структура она есть. Ну, мы пойдем дальше, мы не будем ничего втирать, а попробуем добавить еще пару оттенков. Вот, Станислав, да, мы не рекламируем эту вот, скажем, жижу. Я вообще скептически отношусь, вот, честно скажу, к определенным маркам, не буду их называть. Поэтому, вот, Стас, скажи, пожалуйста, как вот тебе, можно ли вот рекомендовать? Я скажу так. Мне она понравилась, но
специально пойти покупать, я бы ее не пошел. Ну, ты бы сделал тем способом, который делаешь ты, да? Вот да, гипс обыкновенный, ПВА. Да, если хотите добиться большей структуры, ну, возьмите песка. Песочка побольше, да. Речного там. Да, такого, чтобы он... Для аквариумов такой есть. Мелкий. Просеянный, да. Да, просеянный песок. И добавьте, и, пожалуйста, в этот же гипс с пигментами. Просто я не вижу вот в этой химии чего-то такого сверхъестественного, чего я бы не смог сделать. Ну, это мы делаем так, чтобы вот. Ну, он тех... есть, попробовать. Да, для тех людей. Во-первых, он у нас есть, в чем будет просто стоять, надо пользоваться. А во-вторых, все-таки мы показываем, чтобы разнообразить контент и сказать, что, скажем так, что хорошо, а что плохо. Ну, а с другой стороны, если вам неохота экспериментировать, почему просто не купить банку и взять оттуда готовый продукт? Ничего в этом плохого нет. Мы какой сейчас будем наклон? Так, ну я обычно иду от темного к более светлому. У нас получается, наверное, так. Чуть ли не особо разницы сейчас сразу. Ну, есть совсем светлый. Ну, наверное, вот этот какой-то, он более рыжий какой-то, вот этот. Итак, уважаемые друзья, вот такие цвета мы выбрали. Сейчас мы будем носить прям по этой же структуре, да, Стас? Да, сверху. Я так. Сверху местами. Прям будем местами уже выборочно, да, не везде, а выборочно, как будто грязь немножко где-то подсохла, ну, имеет другой оттенок. И будем использовать вот пузырек, вот этот, как он, Dark Brown, да? А они оба Dark Brown, только это... один русский. Да. Давайте по номеру. Номер 2 и номер 3. Да. Итак, друзья, мы вот третий цвет уже накладываем. Вот это уже баночка номер 3. Она такого цвета, скажем. Тут глинистый какой-то, да? Да, и, кстати, фактура у нее прям очень хорошая получается. Ну, я хочу сказать, что нужно аккуратно, можно перебрать. То есть, прям получается такая хорошая. То есть, ну, грязь. Большие, вот где нужно там большие глиняные, так скажем, комки, она спокойно может это сделать, да? Может, да. И успешно сделает. Наклони, пожалуйста, Стаска. Я вот так пока сам плохо вижу, там чего получается. Ну вот смотрите, уважаемые друзья, это здесь у нас три вида, скажем, вот этой жижи, но она еще не подсохла. Ну. И дает вот такой вот, видите, глянцевый эффект. Она будет матовая, потому что когда мы высушили, она матовая. Обязательно, да, конечно, да, она будет матовая. Но сейчас вот мы с двух сторон нанесем вот этой вот жижи эффект вайдеровский, и тогда уже покажем, что у нас на выходе, да, в конце. Ну что, друзья, вот такой эффект интересный получается из этих баночек. Ну, неплохой, да. Да, как бы мы скептически не относились к этому, но имеет место быть, что хорошо, то хорошо, в принципе. Да и хорошая штука, почему? Единственное, это заметно, у нее достаточно такая хорошая фактура получается, и можно перестараться. Это вот за счет вот этого песка, я полагаю. То есть, в принципе, надо вот большие комочки, которые у вас получаются, да, их можно все-таки... Смочить водой. Да, смочить водой и так прибрать немножко. Ну, а вообще, конечно, неплохая вещь. Я, честно сказать, могу сказать, что мне понравилось. Вот. Ну что, друзья, вот такой сегодня у нас результат получился. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии внизу под данным видео. Станислав, ты доволен? Да, в целом-то да. В целом он уже не так ярко смотрится. Да, он не ярко смотрится. Понятно, что если бы мы не делали цветовую модуляцию, у нас был бы однотонный. А так, в общем-то, все достаточно неброско, но опять же, я повторюсь, на камеру при искусственном освещении может быть что-то слишком ярко выделяется, но поверьте, в реальности этого я не замечаю, так чтобы это реально сильно выделялось и бросалось в глаза. На этом мы закончим. Да, у нас еще будет одна серия по этому танку. Вот, в следующей серии мы что уже будем делать? Ну, в следующей серии закончим ходовую с пигментами. И грязь, возможно, чуть-чуть сколы и какие-то мелкие эффекты. А, ну еще, конечно, с тросами мы поработаем, потому что сейчас они
просто у нас такой серый цвет покрашенный. Вот, а мы им придадим такой реалистичный вид. Ну, и на этом и закончим. И, наверное, все-таки чуть-чуть подкрашим бандажи, да? Ну, чуть-чуть. Может быть, посмотрим, да. Как это будет. С пигментами. Да, посмотрим. Может быть, чуть-чуть сделаем окантовку, потому что они, ну, так сливаются с центральной частью. Все-таки, я думаю, резину можно сделать потемнее. Ну, посмотрим. Да. Ну что, уважаемые друзья, во-первых, хочу вас поблагодарить. Тех людей, которые помогают нам, ведь многие наши проекты теперь, скажем так, существуют благодаря вам. Большое вам спасибо, как говорится, низкий поклон. Вот. А помочь нашему каналу вы можете по ссылочке внизу под этим видео будет, но это чисто добровольное, так скажем, дело. Хочу сказать большое спасибо Станиславу за такой интересный урок. Не за что. Вот, особенно про как делать дерево теперь, мы знаем, масляной краской. Вот, пользуйтесь на здоровье, да-да, поставьте пальцы вверх. Вот. Ну, а следующая серия уже со Станиславом, скорее всего, будет завершающей по этому танку. Ну, и в комментариях точно. Вы уже пишите, какую бы вам модель следующую хотели бы увидеть от Станислава. По секрету скажу, что есть много интересных моделей, и может мы его с закрытыми глазами заставим ее выбрать. Большое всем спасибо. С вами была АФ-студия и Станислав Дьяченко. Спасибо. Всем счастливо, пока.